Всем привет! Я рада, что вы заглянули на мой канал «Дела житейские». Сегодня я представлю вашему вниманию борщ из свежей капусты. Его я варю как с мясом, так и без мяса. В конце видео оставляйте свои комментарии и пожелания. Приятного вам просмотра! В кастрюлю с водой выложу предварительно вымытые мясные косточки. Накрою крышкой и оставлю вариться примерно на 40 минут. Не забудьте во время варки снять пенку. Пока бульон варится, займусь овощами. Нарежу лук. Натру морковь на крупной терке. Кубиками нарежу болгарский перчик. Натру небольшой кусочек свеклы на крупной терке для цвета. И через пресс пропущу несколько зубчиков чеснока. А также нарежу зелень, у меня петрушка, укроп у меня замороженный. Теперь порублю соломкой капусту. Точных пропорций для борща вам ни одна хозяйка не даст, каждый ориентируется на свой вкус. Я на зажарку беру лук, морковь, перец и свеклу в одинаковых пропорциях, а в конце приготовления добавляю капусты столько, чтобы борщ был густым и наваристым. Ну вот, еще я почистила картофель. Теперь в сковороду налью немного растительного масла и небольшой кусочек сливочного для вкуса. И выложу лук. Буду его жарить до легкой золотистости. Отправлю к нему морковь. Немного попассерую. Болгарский перец. И еще немного потушу. Пока овощи тушатся, приготовлю томатный соус. Теперь добавлю свеклу. Томатный соус. Немного добавлю водички или бульона. И чесночок. Перемешаю. И оставлю тушиться на маленьком огне, пока половина жидкости не выпарится и овощи не станут насыщенного красного цвета. Все, зажарочка готова. Я ее отставлю в сторонку и займусь бульоном. Уже 40 минут прошло и бульончик сварился. Выниму из него косточки и процежу через сито. Теперь крупно нарежу картофель и отправлю к бульону. От костей отделю мясо
и отправлю туда же. Как только картошечка закипит, переставлю ее вариться до готовности на медленный огонек. Все, картошечка сварилась, я ее слегка примну толкушкой, только не в кашу. Это я делаю для того, чтобы бульон получился наваристый. Выложу овощи в кастрюлю. И добавлю специи. У меня хмели сунели и смесь перцев. И пару листиков лаврушки. Капусту. Вот видите, у меня борщ получился густой. Вы же делаете, как вам нравится. Теперь добавлю укропчик. Петрушку я подам к столу, а вы ее можете положить сейчас. Посолю по вкусу и как только капуста закипит, выключу борщ, накрою крышкой и дам постоять часок, чтобы он напитался ароматами. Час прошел, можно подавать его к столу со сметанкой и зеленью. Приятного аппетита! Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не потеряться. Всем здоровья, до новых видео, пока-пока!